Германия не стала заказывать отдельно для себя у Евросоюза вакцину от коронавируса Pfizer-BioNTech, которую разработали ее граждане. Брюссель сообщил в среду, что немцы получат пока 30 миллионов доз в рамках общей программы распределения. Двумя днями ранее Берлин заявил, что в сентябре прошлого года договорился с представителями BioNTech о поставке 30 миллионов доз на двусторонней основе. Пресс-секретарь Еврокомиссии разъяснил. С BioNTech Pfizer мы согласовали количество 200 миллионов доз и возможность получения еще 100 миллионов доз, сказал Стефан Деккерсмакер. Эта возможность была реализована, и в настоящее время ведутся переговоры о распределении этих доз между различными странами-членами. Насколько мы понимаем, также идет обсуждение 30 миллионов дополнительных доз в этих рамках. Теперь известно, что Германия заключила свое двустороннее соглашение за 2 месяца до того, как ЕС подписал контракт на поставки вакцины BioNTech Pfizer в ноябре. Это вызвало у многих в Брюсселе недоумение. По уверению другого представителя Еврокомиссии, все страны-члены согласились избегать сепаратных сделок. «Я не уверен, что Германия заключила отдельный контракт», — сказал Эрик Маммер. «Ясно то, что страны-члены обязались на протяжении наших переговоров не вести параллельные переговоры. У них было такое обязательство. Нельзя конкурировать, когда вы решились участвовать в общем процессе». Еврокомиссия создала с государствами ЕС совместную группу для ведения переговоров по вакцинам, которая подчиняется руководящему совету, сформированному представителями стран-членов. Брюссель обещал обеспечить полное и детальное информирование всех столиц о ходе переговорного процесса.